Одно из важных нововведений этого лета в сфере ЖКХ – измененный порядок расчета за потребленную электроэнергию. Жители частных домовладений теперь обязаны подавать сведения счетчиков в компанию НЭСК до конца каждого месяца. В противном случае абонентам придут квитанции с начислениями по среднемесячному потреблению. Для того, чтобы армавирцы привыкли к новому порядку, до октября съем показаний будут выполнять ответственные службы. Мы договорились, что эти два месяца, август и сентябрь, не будут будоражить население, а будут максимально делать контрольный съем по частному сектору. Сами снимут показания, сами заполнят квитанцию, придет квитанция с теми показаниями, которые у вас сделали, если вы, конечно, застали дома, сделали контрольный съем. Там, где не сделали контрольный съем, придет чистая квитанция, которую каждый заполнит. Но это август, сентябрь. Глава Старостаничного сельского округа Владимир Колтунов рассказал собравшимся о проведенных в этом году мероприятиях, которые были направлены на улучшение условий жизни населения. Это и работы по поддержанию санитарного порядка в населенном пункте, и ремонт дорог, и расчистка ливневых коллекторов. Заменено 360 погонных метров водопроводных сетей. В работе еще на 650 метров улица Родниковская. Проводится полив посаженных в 2015 году деревьев, это около 200 штук на территории детского садика, сквера влюбленных. Осуществляется ежедневная уборка центральных улиц и сквера влюбленных. Также на встрече обсудили работу местного медицинского пункта и заслушали отчет участкового. А после обсуждения общих тем глава города провел прием граждан по личным вопросам. Марина Белова, Евгений Холманских, служба информации канала РЕН-ТВ «Армавир».